Подаля. Берите, сверяйте. Вот я хочу сверять. Во-первых, я хотел сфотографировать. Мне не дали. Что, на каком основании? Я хотел, но на каком основании я не имею права сфотографировать то, что сейчас забивается из компьютера. Во-первых, не забивается. Вот подаля мои. Вот они, подаля. Я имею право сфотографировать то, что здесь делаете. Сверяю своих людей, потому что вы с печатями на комиссии, на участке отдали липовые списки. Я вам сдала замены, а вы на участке отдали липовые списки. И мои члены комиссии не могут зайти на участок. Это как раз та женщина, которая сестра бросила свою работу, украла флешку и испортила бюллетень. Это как моя раз сестра, да, вышла из замов. Так, стоп, не из замов, не вышла, украла. Сейчас на подальней. Это одна банда. Сестра. Банда, я тоже банда. До момента вывода исполнялся и служил я обязанности как член комиссии. Да вы че, ваши члены комиссии, вы что, дали бюллетени непонятно что? Это ваши члены комиссии сидят. Ваши. Честно надо все делать, и все. И больше если ничего не честно делали. Я честно не делаю. Нет, вопрос. Я хочу достовериться, потому что она вам подписала списки, поставили печати липовые на участках, липовые списки комиссии. В связи с тем, что... Я извиняюсь, если вам нечего скрывать, почему вы не дали сфотографировать? Потому чего что вы уходили? Да не позорьте. Ну, у нас же немножко ситуация другая. Что фотографировать? Подание зарегистрированное за... Я сейчас ваши списки липовые на комиссии сфотографирую. И почему-то из них печать. Вы даже не дали показать. И мне не усы мои замены. Сидите, шепчите. Вы сидите, шепчите. Это вы шепчите, если не понимаете. Вас печатью. Где печать? Почему нет печати? Почему не несли замены? Людей не пускают, саботируют участки. Моих людей у меня на 69-м участке. Бывшая голова забрала печать и принципиально не пускают замену. Потому что территориальная комиссия, голова, не дали список. Но вы не внесли замены. Наталья Владимировна, куда ставить на счет, человек имеет право вообще смотреть выборчую документацию? Да. Давайте сделаем так. Все туда? Да. Пусть комиссия работает спокойно, потому что ажиотаж ни к чему не приводит. Марин, все, комиссия, пожалуйста, закончили. Секретарь, назад. Разберитесь, пожалуйста, на законных ли основаниях находится, хорошо? Не было скандала. Надо закончить. Я проверю лично, я отсюда не уйду, пока я не проверю, не внесли мои заметки. Пожалуйста, с юристом, хорошо? Наталья Владимировна, да, с юристом, вот она, с секретарем, проверяйте законность. Она принесла подданье, мы зарегистрировали, и теперь она хочет, чтобы все, назовите в ее присутствии. Хорошо, хочу, Наталья Владимировна, присутствуйте и следите за законностью, хорошо? Все. Нам сроки нужны. Сроки вы идете уничтожать. У нас комиссия должна работать, все. Здравствуйте. Здравствуйте. Компания «Орбита», расскажите, пожалуйста, какой участок вы представляете, с какими проблемами столкнулись? Дело в том, что я на сегодняшний момент являюсь руководителем Красноармейской городской организации «Народный фронт». Два дня назад я сдавала подание на замену членов комиссии. По разным причинам мы меняли людей, мы имеем на это полное законное право и так далее. Дело в том, что на участке людей не допускают, так как замены не внесены. Непонятно каким деловодом, непонятно как. Секретаря, так понимаю, не допустили к этим поданиям и к этим спискам. На 69-м участке Динас, 6-я школа. Должна находиться на сегодняшний момент голова, вид субъекта подания, Народный фронт. Бывшая голова забрала печать, закрыла участок и умотала. Непонятно, какие протоколы, непонятно, где печать, на каком основании. Завтра выборы, голова не может приступить к своим обязанностям. Потому что замену, а у нас оказывается, голова территориальной комиссии без печати, без списков. И на участках находятся липовые списки, которые я не подавала. Вот я хочу сейчас удостовериться, чтобы при мне внесли моих людей. Спасибо. Сейчас мы находимся в помещении Красноармейской городской избирательной комиссии. Здесь приступают к удалению старых бюллетеней, в которых допущена масса ошибок. Мы поинтересовались у головы, как будет проходить этот процесс. Да. Вы видите, происходит он активно, не удалению, а повреждением, чтобы в последующем нельзя было их использовать. То есть мы будем при помощи дрели, вот приготовили дрель, будем ее дрелить, возможно, в пяти местах.
не распаковывая, то есть они будут в той же упаковке, которые были. Продрелим, просверлим, как правильнее говорить, да, уже меня поправляли в этом вопросе. Составим акт, протокол, проголосуем, что они повреждены, использовать их нельзя. Если комиссия посчитает наш акт надлежащим закону, милиция будет присутствовать и СБУ на этом акте повреждения. Я думаю, что все готовы к тому, чтобы провести это все законно и быстро, правильно? Нам нужно дождаться бюллетеней, которые печатаются и, вероятнее всего, будут здесь в 12 часов ночи. Так, пожалуйста, все присутствующие, вы можете находиться в этом помещении, но я просто прошу вас, чтобы вы не нарушали порядок. Будет участвовать комиссия, которая была создана вчерашним решением комиссии, а именно та рабочая комиссия из двух человек. Все остальные могут наблюдать отсюда, там будут стоять милиционеры, которые будут снимать, будут следить за законностью, ну чтобы, пожалуйста, не мешали работе комиссии, и просто смотрели, никаких замечаний, никаких возражений, криков и так далее и тому подобное. Пожалуйста, давайте закончим эти выборы наконец-то. Давайте их хоть начнем, а потом закончим. Вопрос не по бюллетеням, вопрос по печатям и по остальным вещам возникает. А вы спросите, где печать? Пока мы ждем, когда приступят к уничтожению бюллетеней, мы бы хотели у вас узнать, как проходит сейчас процесс подготовки к выборам здесь, на выборчей комиссии, и есть ли какие-то проблемы? Процесс проходит тяжело. Я сегодня целый день вишу на телефоне. Мне не дают покоя ДВК, то есть участковая комиссия. Вот представителей здесь полно. Мы не можем их запустить. Вчера мы ввели одних людей своим решением. Сегодня на эти участки приходят другие люди, за которых мы не голосовали. Требуют отдать им печать, освободить помещение. Мы не можем разобраться, в чем проблема. Сейчас мы для себя определили самые проблемные участки, пригласили всех, это на украинском субъекты подання, представителей их от всех партий, для того, чтобы с ними сверять их подання, их кандидатуры, забивать их в новые списки, а вернее восстанавливать те списки, которые у нас были утверждены на вчерашнем заседании. Мы определились с тем, что мы будем работать строго по формированию комиссий, строго секретарь и член комиссии, которые выбраны нами, чтобы эти подания не гуляли из этого кабинета в тот кабинет. Потому что люди, члены комиссии, которые работают в этом кабинете и представляют, я не знаю, какую-то определенную силу, они нас не пускают ни к одним документам. На сегодняшний день в нашей комиссии нет печати на территории комиссии. Мы не знаем, где эта печать. Вот мы сейчас будем составлять акт по уничтожению старых бюллетеней. Чем мы будем его заверять, я не знаю. Ирина, вот такое положение. Ирина Анатольевна, какие участки самые проблемные? 69-й, 71-й и участок клуб Комарова. Есть проблемы в 15-й школе, есть проблемы на всех участках. Но в основном участки, в общем-то, более-менее еле дышат, но функционируют хоть как-то. А здесь просто мы не знаем, кому вручать бюллетени. Мы вчера выдали печати одним головам, сегодня там уже каким-то образом чудесным уже другие головы. Кто их назначил, кто их туда отправил, я как член комиссии городской не знаю. И большая часть моих коллег тоже не знаю. Я боюсь, вот самое страшное то, что если мы сейчас правильно не сформируем в рамках закона эти комиссии, мы тем самым можем сорвать выборы.
71-й закрыт, 69-х. Три приезжают ко мне девочка, говорит, там три пьяных тетки, которые не пускают нас на участок. Что это? Кто это? Вот, вот, можете у нее взять интервью. Моя куколка маленькая, худенькая, переживает, что она завалит выборы. Спасибо, Ирина. Ну что не надо? Надо. Расскажите. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, с какой ситуацией вы столкнулись? Столкнулись мы с такой ситуацией, что мы приезжаем на участок, где должно было на данный момент проходить заседание комиссии, мы должны были там новые члены принимать присягу, мы должны были обязанности распределять, готовиться к завтрашнему дню. Я приезжаю туда, там у нас находится 5 человек, трое из них находятся в алкогольном опьянении, неадекватные, которые посылают, которые не отдают ни печати, которые вообще непонятно, кто они там, у них нет ни посвечений, ничего, кто они там сидят. Вот и все. Участок состоит из 18 человек, реальных только 5 за все время. Кворум для заседания должны быть 10, половина, 2/3. То есть кворума нет, я вообще считаю, что этот участок нужно закрывать, потому что он и не соберется. Я у них спросила, задала вопрос, чем вы занимались целый месяц до этого. Ну ничего, 5 человек собирали, что-то делали, что вы делали? Почему вы не оповестили территориальную комиссию о том, что у вас нету кворума, вы не можете собраться, у вас такая проблема? Нет, они ничего не сказали. Они им там кто-то позвонил по телефону, сказал срочно собирать вещи, забирать печати, ключи и уйти. Я не полномочна забирать это. Я вызвала милицию, милиция на это посмотрела, сказала, ну что мы здесь можем сделать, девочки? Едьте в территориальную комиссию, на что я голове, которая на данный момент там находилась, я ей предложила, поехали вместе, будем разбираться в этой ситуации, вместе в территориальную комиссию, что это, что происходит. На что они отказались, потому что они находятся в алкогольном опьянении, и, конечно, сюда никто ехать не будет. Притом ее набирали члены территориальной комиссии, хотели с ней поговорить, она их культурно послала, и на этом весь разговор закончился. Все. Бюллетени по выборам Красноармейского городского совета в количестве тоже 59 592 штуки, я так понимаю. Бюллетени, члены комиссии Проскурова, Безрука, Гетманская, Крайний и Сазоновой. Была опечатана, пожалуйста, вот. Упаковка не нарушена, работники милиции проследили за этим. Печать стоит предыдущих, некоторые предыдущие, некоторых отсутствующих членов этой комиссии, которая опечатывала. Сейчас мы эту стричку будем срывать под акт, заактируем этот процесс. Сейчас моя рабочая комиссия пройдет ко мне. Ты уже расписалась? Сколько членов комиссии должны оставить свои подписи, чтобы состоялось? Больше половины. Да? Больше половины. Ну, стойте там, держитесь, хорошо.
паспортом. А Наташа формирует списки, пусть она их формирует. Следующий фендамент. Олег Павлович, скажите, да, пожалуйста, чем будете заверять этот акт? Где находится печать? Вот, Женя, бухгалтер, да, покажите печать, пожалуйста. Печать, доверенность, я ее забрала. Ну, да, это понятно. Вот она, печать. Вы, я так понимаю, поступила какая-то информация, наверное. Мы делали договор в Краматорске, поэтому была доверенность выдана на главного бухгалтера. Все как полагается. То есть она отсутствовала некоторое время, эта печать, нет, да? Она находилась у главного бухгалтера, который заверял договор. Договор мы привезли уже с этой типографией. То есть... Покажите, пожалуйста, то есть уверенно, чтобы можно было записывать полностью. На камеру покажите, мы потом сфотографируем. Что это два листа отдельно? Это одного, да, это одно. Ну вот, печать написала. Ну, доверенность тут же нигде не зафиксирована, печать. Зафиксирована. Да, покажите. Вот, печать, да, написала. Все тут на моем. Ну, это два, вот два отдельных листа. Этот лист можно было заменить? Да, да, можно заменить на другом столе. А там лист печать. А этот лист можно покажите, было заменить? Здесь написано печать. Покажите. На причем? Я, а где фамилия? Все. На кого все, выдано? Женя, ну хватит. Захотят обжаловать. Александр, квалифицированный юрист напишет соответствующую жалобу в письменном виде, только Александр. Хорошо, обязательно. И заявление о преднадобном. Так, у нас еще должны быть представители СБУ, которые ходили здесь целый день. К сожалению, мы не могли начать вовремя, поэтому ждем, ждем. У нас есть половина, больше половины, да? Уважаемый, представитель СБУ здесь был на 5 часов, как мы не могли. Да, я же говорю, я же рассказываю. Целый день, к сожалению, не могли раньше начать. Я не говорю, что вы виноваты. Это ваше, не наше. Я просто извинялся перед СБУ за то, что мы так задержали. Я же не... Ну, извините, я, если вы так подумали, я ничего не имел против. Что, еще? 8 человек, это должно быть минимум 13. Минимум 13. Да. Ирочка, пожалуйста, я вас попрошу, сходите еще раз, чтобы подошли. Максимум 17, 17 человек. Члены комиссии, кто еще не участвовал, пожалуйста. Нормально. Привезла. Она сама признается в том, что она привезла ее из Краматорска. Только что. Сюда, Таня, давай. Да все уже. Она привезла печать из Краматорска и этого не скрывает. Ну, естественно, уже составили акт. Сейчас отправим его куда надо. У нас комиссия где-то исчезла. Комиссия исчезла. Да, бухгалтер главный, ну, ездила по доверенности. Уже сказали, уже все это сказали. Пожалуйста. Так вы нарушили закон этим. На камеру я же уже сказал, правильно? Спасибо. Пожалуйста, члены комиссии, нам надо 13 человек. Мы сможем что набрать? Считается? Да, там кто не расписывался, пожалуйста, члены комиссии, подойдите. Мы и так слишком затянули этот процесс. Мне самому еще дрелить это все, сверлить, как мне сказали. Рыкович, можно еще спросить вас по поводу новых бюллетеней, когда они появятся? Ориентировочно 12, как я уже говорил вам.
до этого момента успеем уничтожить старые? Да, да, мы будем сейчас, я сейчас буду очень стараться, очень. Хорошо. Члены комиссии, пожалуйста, проходим, кто не расписывался? Там. А, хорошо. Не, ну, Олег Павлович, скажите, будет, значит, а новые бюллетени успеют выдать участковым комиссиям? Мы будем стараться, естественно. И я надеюсь, мы все успеем сделать. Вы же видели, в каком мы сжатом ритме работали вчера, сегодня. Я поспал всего лишь пару часов, поэтому уже в третью ночь, по-моему, я уже не сплю, понимаете? Я все во делаю сколько это. Они появятся на участках? Я не могу этого вам 8. Объяснить, потому что не знаю. Я говорю предположительно, что они в 12 сюда приедут. Мы сейчас будем обзванивать. У нас составлен график обзвона дельничных комиссий, их представителей, которые будут с работниками милиции приезжать в промежутках там, 5-10 минут, будут проходить через этот коридор и выходить с другой двери, чтобы не было тут давки. Поняли? То есть я надеюсь, что эта процедура нам поможет все сделать быстро. Хорошо? Спасибо. Пожалуйста. Це якась дика практика. Александр, можно вас спросить? Да. Скажите, какие нарушения самые кричущие вы сейчас видите? Это времени не хватит эфирного, если описывать даже самые кричущие нарушения. Печать по факту выносилась за пределы комиссии. Доверенность якобы на печать. На двух листах. На одном листе фамилия, кому доверяется печать. На другом, не скрепленная между собой. На другом печать, что заверяет, которая доверенность. То есть фактически можно было первую страницу написать другую фамилию. Потом заменить. И подставить с такой же печатью поехать. Непонятно, где эта печать еще использовалась. Так не делается. Есть четкие правовые механизмы. Мы не можем до сих пор уничтожить те бюллетени, которые за бюджетные деньги некоторые члены комиссии и бывший голова утвердили с ошибками. 120 тысяч гривен бюджетных денег. Вот сейчас их будут сверлить. Только сейчас. Хотя четко в законе говорится, что бюллетени, в которых внесена ошибка, должны быть уничтожены на полиграфическом комбинате, согласно условиям договора, в день не позднее, чем утверждение нового текста бюллетеней. Мы не можем добиться у главы договора, копии договора. Я как официальный спостерігач від громадської організації, не від політичної партії, а від общественной организации всеукраинской. Я не могу добиться. Только письмове звернення. Письмове звернення ніколи розглядати в голові. Бо є дуже багато поточної роботи. Тобто все говорить о том, що умисно затягується прийняття тих чи інших рішень, умисно затягується ті чи інші процедури для того, щоб просто обійти. А вы знаете о том, что на 69-71 участках происходят замены? Как вы думаете, того, что это более значит? Того, я слышал об этом. Я не могу это подтвердить. Я знаю то, что я знаю. Я не могу это подтвердить, потому что физически, я так понял, не члены комиссии, не доверенные лица, может кто-то еще был, может кандидаты там были. Но вот есть такая информация, что там не просто не произошло замен, что там есть невооруженные, скажем так, люди в камуфляже, которые не пускают членов комиссии легальных, за поданням, які завірила вчора рішенням територіальної виборчої комісії, їх просто не пускає. Є інформація від голови одного із ДВК, якщо ви її десь вона здесь, може бути, знайдете, що там люди в стані алкогольного оп'яніння. Так вибори не робляться.
Как мы можем говорить о чистоте выбора, о транспарентности, о репрезентативности этих выборов, то есть что они будут показывать реальные, реальную волю граждан, если у нас все уже сейчас так идет. И бюллетеней у нас до сих пор нет. Спасибо. И милиция разрешила это. В колокол позвонили, все знают, что вызывается скоро. Вот вы найдите сейчас, постанова 46-я, вот это, об утверждении предприятия, которое будет изготавливать бюллетени, должна головой вывешиваться на стене с информационными материалами. Вот найдите сейчас где-то с мокрой печатью эту постанову. Четвертый примерник, май висит тоже. Четвертая копия. Вот найдите, если можете найти. Я не могу найти. Сейчас там все, вы видели тут? Нет, нам не показывают. Может, субъекты выдвижения видели, кандидаты видели. Да нет. А то может окажется, что сейчас у нас не вот это предприятие вообще делает бюллетени. А может они уже сделали? Озвучите, пожалуйста, какое предприятие? Ну я не могу говорить, что это то предприятие, здесь нет мокрой печати. Здесь написано, затвердити ФОП фізичну особу підприємства Гродецька ЄА, поліграфічне підприємство для друкування виборчих бюлетенів на чергових виборах та-та-та. І укласти з ним угоду на виготовлення виборчих бюлетенів. А как вы относитесь к тому, что распечатывало физическое лицо, а не предприятие? Я не могу говорить с правовых позиций, это требует с моей стороны дополнительных исследований. Да, хорошо. Привет всем. Мы уже осматривали стричку, она не повреждена, я ее снимаю. Не возражаете? Нет. Как член комиссии? Конечно, Ирина. Удостоверились, да? Вот это карту, которую мы будем составлять. Что на этих бюллетенях нет образцов. И на этих пачках нет образцов бюллетеней. Обратите внимание и на это. Дайте мне переноску все-таки. Можно? Есть? Да? Все, спасибо. Где в законе прописано, что на упаковке изготовителя должен быть образец? Все снимаю. В законе этого нет. Да вы что? В вашем законе вообще ничего нет. А у нас одинаково. Нет, у нас с вами разные законы, Ирина Петровна. Сейчас. У меня закон Украины, а у вас непонятно какой закон. Так, Шум, рассматриваем количество упаковок, да? Считайте, конечно. Саша, да? Ира. Да. Хорошо, я буду писать, образец. И что мы уничтожаем, мы не знаем. Потому что образцы на этих. Но мы не будем их распаковывать, мы не будем их доставать, рассыпать или еще что-нибудь такое. Мы вот в таком же состоянии мы их и оставим. Поняли? Ну, пусть так, значит, упаковок считаем сколько? Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71,
72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 129 маленькая. 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 8, 159, 160. Глава Красноармейской городской избирательной комиссии лично пересчитывает количество пачек с бюллетенями. После приступят, собственно, к уничтожению этих бюллетеней. 73, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 190. 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 100, 200, 201, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Теперь надо перепроверить сад. 231. Чтобы вдруг там есть такие... Скажите, пожалуйста, по-вашему, правильно ли происходит процедура уничтожения? Конечно, нет. Конечно, неправильно. Их надо вскрывать и смотреть, что это такое. Может, сейчас листы А4 обычные будем дрелить, сверлить. Извините. А вы видите нарушения? Конечно, вижу. Нет ни образцов. Наклеенных сверху. Мы не знаем, чего нет. Будете как-то реагировать? Сейчас будем задавать вопросы, конечно. Потому что я тут фактически один на имени с работниками милиции, и все.
Олег Павлович, так, а что это такое? Ну, это упаковки, которые мы будем клеить. Что с ними, как с ними, что у них внутри, я не буду распечатывать. Мы договорились уже, да, что я распечатывать их не буду. Олег Павлович, а может, можно хотя бы один открыть, удостовериться? Нельзя, нельзя. Мы решили, что мы не будем их вскрывать. Это для безопасности, потому что все переживают, что если мы вскроем, будет решено, что их и раньше вскрывали, или еще что-нибудь такое. Говорит, у наблюдателей есть сомнения, что действительно ли это вообще? Да, разные, они разные, считаю их, они подписаны, вот, ну, видно все, видите, все видно. Одна упаковка больше, другая упаковка меньше. Ирина, проходите, арт есть? Арт есть, только идет списочек. Ну, вот, вообще удельница такая, 1605. То есть, обратите внимание. Вот, пожалуйста, пожалуйста, и вот, пожалуйста, не заходите. Они будут разные. Они будут разные. И по количеству штук на упаковке. То есть на каждой упаковке идет маркировка. Идет маркировка, номер удельницы. И все, в общем, я их посчитал, надеюсь, что я не ошибся. Еще раз. Еще раз пересчитываем, чтобы не ошибиться, потому что в актах приема передачи там указывается количество бюллетеней. То есть это даже лучше, то есть если там не будет соответствовать количество бюллетеней, тем коробкам, которые здесь находятся, и мы их продреем, просверлим, то, ну, как бы мы будем Олег знать, Павлович, то есть все-таки будут открывать? Нет, будете открывать? Мы не будем открывать, нет. А что, может, это бумага? Нет, мы не будем. Ну, мы их сюда никуда же не деваем отсюда. Ну, извините, ну, пожалуйста, не вмешивайтесь. Вы мешаете, мы сейчас должны работу делать. Так, считаем сам. Thank you.
Сейчас принесут, чтобы разрезать скотч,
который мы не проявили. Олег Павлович, а куда потом будут просверленные пачки? Сложим вот здесь. Куда-то они определяться будут еще? Мы решение еще не принимаем по этому вопросу. Так. Ну вот, скотч. Не спеши. Хорошо. Не паришься. Аккуратно. Не надо.
230. И под эти чистки на одну упаковку полминуты. Сколько это минут? 230 пополам примерно 130. 15 минут. Да? Это уже сейчас или 2 часа. Может, кто-то еще может помочь.
По вашим подсчетам, сколько уйдет на удаление? Не, не знаю, гипотетически, 237 пачек. Субъекты подания, возможно. А 237 пачек? Допустим, они имели возможность полминуты поучаствовать, 237, представить свои полномочия, свои силы. Я 120 минут, 2 часа. Понимаю вас. Это если полминуты на пачек. Ты красавица. Новый хайп будет. Переговорите. Хорошо. А с кем вы разговариваете? С субъектами подания. Да их нет же, только я там один. Ну, может, кто-то еще есть. Сейчас он говорит. Да, я слушаю, слушаю. Да, мы созваниваемся. Да, да. Значит,
сегодня даже вот только что мне сказали, что даже поинтеры сказали, технолог в Краматорске, технолог того производства, где печатается бюллетень. Да, да. Значит, она сказала, что до 10 вечера бюллетени будут напечатаны. Вот мы готовимся к тому, что где-то к 12 часам бюллетени будут у нас. И мы сейчас мы готовим все документы на принятие бюллетеней и потом на выдачу участковым комиссиям. Я думаю, что мы вот как только привезем, мы сразу начнем раздавать. Ну, честно, конечно, опасения есть. Вот все, что происходит, понимаете, ну, очень же неспокойная ситуация. Если я скажу, что нет, вот точно, 100%, все будет, ну, я буду лукавить. Мы все очень волнуемся, мы все очень боимся, что этот процесс может не состояться. Но мы все делаем для того, чтобы он состоялся. Хорошо, спасибо большое. Теща, кому я звоню? Даша. Участок, там у них внутренний конфликт произошел. Нам надо, чтобы вы поставили печаточку на новых членов ТВК. Чтобы они там разобрались и начали работать. Ну, сейчас мы выдаем. Кого выдать? Кого выдать? Нам, нам надо поставить на тех, которые есть. Вы Олег Павлович? Да, Олег Павлович. Олег Павлович. Проходи, проходи. Я думаю, он же поставит. Бухгалтер, интересно, что дойдем, у меня есть доверие. Ой, только не заходи. Олег Павлович, это долго вам здесь? Олег Павлович, поставьте мне, пожалуйста, печать, я вас прошу по-человечески. Будете потом дальше работать. Пойдем. Вон она, босс. А, да. Здесь.
Ты здесь все включил, да? Ну, да. Да. Только давай, я слышала стендап. Да? Где вторая дверь? В Красноармейской городской избирательной комиссии. Здесь продолжается уничтожение старых бюллетеней, в которых были допущены ошибки. Недавно подвезли вторую электродрель, поэтому процесс должен пойти быстрее. Да. Вопрос. Успеем ли мы до привоза новых бюллетеней? Я стараюсь. Думаю, что успею. Есть уже информация, выехали ли новые бюллетени? Отпечатали? Нет, еще у меня информации такой нет. А на какой стадии сейчас находится? Печатаются. Так, и можно еще вас отвлечь по вопросу дельницы? Проблемные дельницы у нас 71-я. Да, занимается секретарь. Все вопросы пока к секретарю. Я сейчас работаю в рабочей группе комиссии, которая делает непригодными бюллетени, изготовленные ранее. А удастся ли подготовить их к работе, к голосованию, эти дельницы? Дельницы, какие проблемы? Конечно, работает секретарь. Мы все делаем для того, чтобы наладить работу. И дельницы тоже. Спасибо.
Светлана Алексеевна, у нас в городе есть несколько проблемных участков. Какие именно? Назовите их адреса, пожалуйста, и как пытаетесь решить конфликт? Я же не знаю. Значит, ну что я хочу сказать. Да, ввиду того, что работа комиссии территориальной в предыдущие два месяца была усложнена выходом многих членов комиссии, саботировалась некоторыми членами комиссии. Конечно, сейчас территориальная комиссия вынуждена работать в очень напряженном режиме. Еще выверяются и проверяются списки избирательных комиссий. Мы еще ждем, ожидаем выборчих бюллетеней. Очень много вопросов у нас. И, естественно, эти вопросы не только у нас в территориальной выборчей комиссии, но и на участках. Вот на сегодняшний момент, на данное время, одним таким самым проблемным участком является участок номер 69. Дело в том, что партия «Народный фронт» вчера сделала замену головой комиссии дельничной на этом участке. И я не знаю, что там произошло, или партия не предупредила предыдущую голову, или, может быть, там внутренний у них какой-то конфликт, но голова комиссии, которая существовала на вчера, отказывается новоназначенному председателю избирательной комиссии передавать печать комиссии, передавать те акты, которые она получила от нас ранее. Вот, поэтому мы, естественно, вынуждены были обратиться в правоохранительные органы. Сейчас у нас формируется рабочая группа из трех членов территориальной избирательной комиссии, которые в сопровождении милиции поедут на участок и будут разбираться и наводить порядок в работе этого избирательного участка. А как обстоят дела на 71-м участке? Ну, с 71-м участком мы пока разбираемся. Я думаю, что в течение ближайшего получаса у нас будет уже ясная картина по этому участку, и будут сделаны определенные выводы. Спасибо. У нас один из самых проблемных участков 69-й. Скажите, какой адрес вашего участка? Проблемных участка 69 и 71 находятся по одному адресу. В школе номер 6 располагается по улице Таманова. Мы постараемся сегодня попасть на эти участки. Сейчас